фестиваль. Мы очень рады, что нас привлекают к этому действию, рады быть частью этого события. Ну и, собственно, чего тогда я буду задерживать, потому что моя специальная номинация от фонда «Планета Добра», она будет адресована не тем, кто выступал здесь сегодня, а адресована тем педагогам, которые постоянно, каждый день участвуют в процессе воспитания, которые постоянно находятся с детьми, и мы видим, как их старания воплощаются не только на этой сцене, но и каждый день. Поэтому фонд «Планета Добра» в этом году учредил свою собственную номинацию за лучшую постановку номера, которую мы хотим вручить педагогу одной из школ. Это что у нас? В номинации за лучшую постановку номера награждается социальный педагог Рословского центра «Теремок» Котлярова Елена Александровна. Большое спасибо вам за ваш труд. Низкий поклон. Мы хотим подарить вам вот этот смартфон от фонда «Планета Добра». Прошу вас, пользуйтесь им сами, потому что, когда мы спрашивали, что же подарить педагогам, все педагоги в один голос говорят: отдайте детям, нам ничего не надо. Но давайте педагогов тоже ценить, уважать, любить. И, пожалуйста, дети, проконтролируйте, чтобы этот смартфон служил ей верой и правдой. Большое вам спасибо. Номинации за лучший костюм сегодня награждается Покровский детский дом. Покровский детский дом. Белый. Вы думали все? А нет, не все. Привет. Спасибо тебе. Понравилось? Видишь в следующем году? Да. Ура! А где остальные? Ну, идите сюда, сюда идите еще раз. Такое событие, в следующий раз только через год. Давайте, давайте, давайте. Ну, такие костюмы, таких костюмов только на сцену выходить, да радоваться. Давайте. И, конечно же, мы не отпустим вас со сцены. Не, вы не думайте, что мне микрофон ваш нужен. Мне нужно, чтобы наш уважаемый зал подарил вам свои аплодисменты. Потому что в наших аплодисментах выражается благодарность за вашу включенность.